В начале IV века в городе Претериада жил один благочестивый христианин Дула. Время то пришлось как раз на разгар гонений императора Максимиана. И Дулу, как христианина, взяли под стражу и доставили на суд к правителю Киликийской области Максиму. Святой усердно стал просить Господа даровать ему силу слова для обличения идолопоклонства и смело предстал пред правителем. На допросе Дула мужественно исповедал себя христианином и дерзновенно обличил ложную религию язычников и их богов с постыдными человеческими страстями и пороками. Максим по-разному пытался опровергнуть учение о Христе, но не смог противостоять благодатному слову Дулы. Обозлившись за это на христианина, правитель нещадно мучил его, а затем бросил в темницу. Но и потом, каждый раз приведенный из тюрьмы на последующие пытки и допросы, Дула являлся пред Максимом все таким же крепким духом и телом, готовым на новые мучения. От злости фантазия палачей в изощренных пытках все не угасала. И, наконец, мученик отдал свою душу Богу. Тело его было сброшено в воду, течение которой прибило останки Дулы к берегу родного города. Его нашли собаки пастухов. Одна сидела, охраняла тело святого, а вторая принесла в зубах одежду, дабы прикрыть святого. Прибежавшие к месту христиане с честью погребли его. День памяти святого мученика Дулы Киликийского.